Молитва всегда только об одном – это прославление Бога. Потому что, ну, когда вы говорите мне, о чем молитва, это означает, что вы не понимаете, что такое молитва. Молитва – это не о вас, потому что человек всегда настроен на себя в жизни, в сердце. Он всегда думает только о себе. И если он просит что-то о Боге, он опять думает о себе. Молитва означает отвлечься от себя, означает славить Бога. Ну, то есть человек славит Бога, забывает про себя, и в этот момент Бог начинает очищать сердце от плохой судьбы. Ну, то есть, если я молюсь о чем-то, значит, я не молюсь вообще, потому что молитва означает отвлечься от себя, думать о Боге, забыть про себя. И если я, как люди говорят, я, как вчера вот девушка сказала, мне теперь о чем молиться? Люди не понимают, что молитва означает славить Бога, думать о Нем. А Бог думает о тебе. Но при этом ты можешь в сердце чего-то желать. Желание не отменишь. Вот ты перед молитвой желаешь, чтобы у тебя там какие-то проблемы решились. Но когда ты молишься, ты думаешь о Боге и славишь Его. Вы поняли теоретически, но практически это сделать очень сложно, потому что человек не может отвлечься от себя. Он хочет чего-то и все, хоть убей.